На этих спортивных праздниках выросло не одно поколение выпускников сочинской школы номер 2. Мероприятие проводится уже 38 раз. По традиции праздник начался с парада. Возглавили его лучшие спортсмены этой школы. Знамя доверили нести восьмикласснице Марии Таранчук. Девушка занимается пулевой стрельбой из пневматического оружия. Этот вид спорта она выбрала еще в первом классе. Получилось не сразу. Первые 4 года у нас оружие было не очень, а потом наш спорт начали вкладывать деньги. Он начал развиваться, и как бы тренировки, и все само собой пошло. У меня почти весь класс занимается спортом. Я думаю, то, что это обязательно надо делать, потому что это прививает в людях любовь к спорту. От значка ГТО к олимпийским медалям. Девиз праздника выбрали не случайно, ведь по итогам этих и других соревнований, которые проходят в школе в течение всего учебного года, на последнем звонке лучшим спортсменам вручаются значки ГТО. Ребята показали свои умения в разных видах спорта. Художественная гимнастика, тхэквондо, легкая атлетика, велогонка, перетягивание каната и многие другие. В соревнованиях принимают участие более 700 человек. Это все учащиеся второй школы. Ведь главная цель праздника – среди общей массы талантливых ребят разглядеть будущего чемпиона. Кстати, это учителям второй школы удавалось уже не раз. Наша школа славится такими знаменитостями, как Алексей Воевода. Он прислал телефонограмму с поздравлением учителей своих. Ну, чемпион мира Виктор Айвазян, чемпион мира Альберт Пох, чемпион Европы Игорь Верютин. Ну, у нас много ребят, которые закончили школу и вышли в большой спорт. По итогам соревнований лучшие участники и команды получат грамоты и сладкие призы. К слову, в спортивных секциях занимается более 60% учеников второй школы. Галина Захарова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.